Итак, а Актулху брать, сейчас будем летать, похищать неверных, да? Это так вот в будущем, да? Это вот так вот в будущем адепты будут вот так вот летать на своих космических кораблях, тоже вот так вот неверных похищать. Вот видите, вот стоит какой-то ссаный неверный, он жирный, да? И потом над ними опыт ставить. Кстати, я там что-то видел, какая-то вроде бы над крышей какая-то фиговина летала. И это мне показалось, наверное. О, машинку надо тоже похитить. Бляха, падла. Стоять, падла, мразь, а, стоять! Падла, ты сволочь, а неверная, а что творит, а? Не хочет похищаться. И опыты потом над ними ставить, да. Да бляха, что-то... Бляха, улетел, ну падла, а, подонок. Ну ладно. Так, вон, человечище какой-то стоит. Так. Какое-то управление неудобное на этом космическом корабле-то, а? О! Так, двух фуфелов взяли. Надо еще двоих. О, машинка. Так. Давайте пойдемте выгрузимся. Там, вон, видите, у нас база есть. Мы туда, короче, летим, выгружаемся. А, я, кстати, как-то смотрел недавно или читал, уже не помню, да? Там какой-то американский хирург, короче... Когда операции на людях там делал, то очень часто, то есть это далеко не единоличный там случай какой-то был, да, он, говорит, находил чипы из неизвестного материала в людях, и самое любопытное даже не то, что типа они там из неизвестного материала, там типа, да, о, вот какая-то дичь, видите, на крыше. Вот еще какая-то дичь, смотрите. А что это такое? Да, а то есть даже не то, что материал неизвестен, из которого сделали, а именно тот факт... А, он быстрее летать начинает, кстати, смотрите, мы когда понабирали этих приколов. А тот факт, что, короче говоря, как бы само тело, наши ткани, эти чипы не отвергают, да, вот что очень круто. И необычно, и то, что объяснить очень сложно. То есть вообще никакого ни раздражения, ни отторжения нету, то есть как будто это, ну, органичное, да, абсолютно, как будто это именно твое родное. Блин, а где еще один неверный падал, спрятался где-то в кустах, срет, наверное, сидит, да? Ну, мразь, да, что творит? Да ты смотри, а где же он на туре есть? Я что-то вообще не вижу нифига. Давайте будем так вот прямо, квадрат 1, короче, так, обыск, да, потом квадрат 2, обыск, типа, да. Вот, а, я... А что это за звуки? Ты меня, типа, уже зовут на базу, да, у меня времени, типа, нету, да? Все, я просрал, представляете? Да тут еще и на время оказывается, я... А, вон, да, вон же часики тикают, видите, у меня, типа, 160 секунд, а я даже не заметил сначала. Так, давайте быстро похищаем неверных. Актуха. Да бляха, да что за маразм, а? Я ж нормально его брал, а? Актуха. Так, все, один есть. Так теперь надо людей понаходить. Бляха, аж четырех людей надо найти. Я вообще никого не вижу. Где они в натуре есть? Я не вижу этих неверных, ссаных. Они где-то так попрятали нехило вообще, вот попробуй увидеть его, да? Ну, падла. Так реально вообще нет никого, а что за фишка, что бах какой-то или что? Я уже летаю, да, он, смотрите, вообще ни одного человека ж нету, где они могут быть? А вон, падла, спрятался, а? Вы что, прикалываетесь, что ли? Да я же вон прям на нем стою. О, наконец-то. Не прошло и полгода. Так, надо, короче, внимательно смотреть вот прям возле домов. Они вот так вот часто становятся, да, прям. А вон он еще один стоит, да. Они прям за домами прячутся, а. Хитрожопые, неверно. Это, наверное, те два фуфела тогда тоже так спрятали, что я их найти не мог. Так, выгрузим потом сразу всех, да, чтобы времени не терять. Блин, времени уже не так уж и мало. 69 секунд у нас остается. Так, а вон, вижу неверного. А, вон, да, сразу два неверных, отлично. Выходи, где бы ты ни был. Так, вот второй неверный, так. Все, отлично, погнали, где там наша база? Вот это что за прикол, интересно, тут над крышами, да? Вот какой смысл их поднимать, мне даже интересно. Так, вот база, все, вижу. Типа дополнительные очки получаю, да? Пиу. Все, level completed. Да, вот так же будут, короче, адепты потом похищать ссаных неверных, да?
И, короче, ставить над ними опыты. Забирать на большом корабле, короче говоря, да, и ставить над ними опыты. Вот, так теперь нам надо аж 4 людей и 2 машины, представляете? Ты чё это, а чё-то он уехал, я не понял. Ты чё, падал, тут стоять, мразь. Смотри, что творит, а. О, наконец-то пошло добро. Так, всю машинку похитили. Вот вторая машинка. Так, так, так. Блях, а. Эти машины ловить неудобно, блин. О, пошло добро. Все, теперь осталось 4 фуфелов найти. Так, 4 ссаных неверных. 4 неверных на сундук мертвеца. Йо-хо-хо. И бутылка рома. Так сказать. А где же неверные? Я что-то не вижу вообще их, а. Вот какой-то кристалл опять появился, видите? А, да, очки дополнительные. Вот, я сейчас обратил внимание, дались. Нифига себе, истребитель, падла, а. Что творят скоты, а? Неверные отбиваться начали, а. Так, это все очень хорошо, но время-то у нас тикает, да? А я до сих пор не нашел ни одного человека. А, вон, вижу, 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 вижу. Так, спокуха, спокуха, валим. Блин, если бы еще эти идиоты бы не мешали бы просто, да? Я же стреливаться, получается-то, не могу, да? Так это хардкор какой-то нереальный. А как мне, я же, я отстреливаться ж не могу, правильно? У меня ничего нету, правильно? Ну... Нифига себе, ребятки, это какой-то нереальный прям уровень. Бляха. Так, так, так. А что ж такое, я же захватил сейчас уже. Так ты смотри, а. Бред какой-то реально просто, а. Падла, мразь неверная. Прям на нем же стоит луч, да? Наконец-то. Так, вот кто-то еще едет. Я же не понятно, как мне быть, блин, когда за мной этот Вася гонится, да? Попробуй просто ищи этих людей, да, их реально фиг же найдешь, они попрятались там все, еще и улетает этого придурка. О, вот вижу. Там, блин, да что ж такое? Так, есть. Так, все, сматываемся, сматываемся. Да, блин, опять я помер, а? Гейм-овер, ёпта, гейм-овер. Все, неверные, неверные восторжествовали, все. А победа неверных. Кстати, игруха необычная, прикольная, мне даже нравится, если честно. Реально не ожидал, что будет так забавно. То есть вроде бы ничего не, необычного такого, да, и в то же время как бы прикольненько. Просто этим лучом еще попасть сложно, да? Ну, единственное, вот со второго уровня какой-то больно такой хардкор начинается, как по мне, больно сложно, да? Да падает такое, а? О! От адептов еще никто не уходил. Ай, актуху, братья. Да, еще эта машинка как бы мешает, да, вернее, этот корабль летающий еще мешает, то есть это вообще какой-то капец. То есть просто вообще какие-то невозможные вещи. И получается от него, то есть как бы только сматываться можно, да? А он еще и быстрый, весь прикол, у нас тарелка не такая быстрая, как этот кораблик, да, летающий. Так, вот последний неверный. Давайте еще разок попробуем, а вдруг таки получится, а? Кто его знает. Блин, надо всегда на телефон скачать, вообще закачаешься, игруха. В нее залипать хоть часами можно, на самом-то деле. Все, mission completed. Ага. Еще вот мы какие-то очки собираем, я не понимаю, зачем мне эти очки покупать-то ведь в игре, я так понял, ничего нельзя, да? То есть в чем смысл как бы наших действий? Так, машины похитили, хорошо, вон придурка вижу. Ну что, давайте, наверное, выгрузим. А то потом тот дебил нам будет мешать реально выгружаться, вы же помните, да? Так, лучше мы их будем по одному, по двое выгружать. А вот что это за энергия? Ага. А, это, допустим, если меня покоцали, я энергию взял. Все, я понял, да-да-да, энергию взял. И нормально. Кстати, а что-то у нас кораблик не ловит. Вы обратили внимание, да, прикол?
Все, всех похитили, все, на базу. Кстати, да, забавно, а почему за нами больше этот кораблик не гоняется, я что-то не понял. Что за фишка? А вон, летает, падла, Карлсон. Да, что-то он в этот раз какой-то больно медлительный был, да, вообще, короче. Легенько мы все справились. Так, две машины и пять людей. Ну, в принципе, все те же цели, по сути, просто людей стало больше надо, да? Не более чем. Так, вон уже одного человечка вижу. Так. Они за деревьями любят прятаться, эти неверные саны. Я уже обратил внимание. Так, вот, погнали, выгрузим пока что то, что собрали. Так, 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 хорошо. Бляха, уже летает, падла, Карлсон, а? О, вот, вижу, вижу. Там поднимаешь ты его, дебил, а? Блин, как же долго оно восстанавливается, а? Энергия-то гребаная. Так, есть. О, кстати, энергия. Отлично. Ой-ой-ой. Так, нам надо еще троих людей найти, вы представляете? Ой! Блин, честно говоря, я что-то вообще их не вижу. Пацанчики. Ну, падла, ты реально, тут такой хардкор начинается, зацените, а? Кроме того, что я этих людей вообще не вижу, да, чтобы хоть вообще их как-то ловить где-то, да, так еще и кроме этого этот придурок мне как бы надоедает, летает. А вон, вижу, 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 наконец-то. Так, отлично, еще двоих. О, вижу еще одного. Так, погнали, пока что выгрузим, да, тех, кого насобирали. Ну, время, время, в принципе. Ой, не-не. Да, их теперь по двое, видите, вообще охереть, их теперь по двое, вообще офигеть, а. Так, все, осталось только выгрузить, пацаны. Погнали, погнали. Быстро, 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 быстро. Фух, ё, а. Да, теперь еще и два этих корабля летают. Вот и так попробуй, блин, раздуплись, да? Так они еще и теперь вообще вдвоем летают. Бляха, эти две машины до хренища вообще людей надо собрать. Бляха, а. Стоять, падла, мразь. Стоять, падла. Говно. Вообще, мне вот самому даже интересно, я вообще доживу до того времени, когда я сам увижу инопланетян, да? Потому что, ну, я сам-то видел что-то необычное в небе, но это ж не то, вот именно вживую там бы их увидеть, да? Сблизи. У меня прям чуть ли не мечта какая-то, да? Как у Остапа Бендера, хрустальная мечта моего детства. Вот мне реально интересно, я доживу до такого дня, когда они к нам прилетят. Ну, правда, не так прилетят, чтобы нас поработить, да? А чтобы там, типа, дать нам там инопланетный ктулху комп какой-нибудь, да? Там суперский вообще. Чтоб такие, чтоб четкие инопланетяне прилетели, там дали свои технологии, да? Кстати, странно, а почему у нас эти дебилы не нападают? Я что-то больше не вижу этих корабликов. Кстати, забавно, ты когда это самое груженный, да, он летает медленнее, я обратил внимание только что. То есть реально ты медленнее начинаешь летать, потому что типа, да, на тебе там аж три человека, допустим, там две машины, да? И корабль вообще медлительный. Блин, я вообще не вижу. Блин, здесь еще один дебил остался, да? Еще одного придурка осталось достать. Я не вижу нифига. В принципе, я уже научился как бы парировать от этих дебилов, да? Летающих этих корабликов, пуляющихся. То есть в целом... А, вон, вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да. Блин, а где он был? Я уже забыл, пацаны. Ага, вот-вот-вот, вижу. Да блин, бери его, придурок. Все, валим, валим нафиг отсюда. На базу. Торпедных катеров. Все, отлично. Да и находить я стал неверных уже лучше, видите? Ну все, все приходит с практикой, да? Так, все так же, две машины и дофига людей. А, ну один вон уже стоит, уже ждет, чтобы его забрали, да? Так, отлично. Интересно, кстати, что они там за опыт вообще ставят над людьми, да? Эти инопланетяне там клизму, может, ставят там профилактическую или еще что-нибудь, да?
Так. Так, погнали выгрузимся, да, а то опять-таки у нас, видите, перевес уже. Бляха! Так он еще хоть скоростной стал, увидали, а? Падла, а, что творит, а? Скотин, да пошел ты сраку, а? Педофил. Так, он, вижу, вижу. Да ну его в сраку, а? Блин, да, он еще какой-то супер быстрый теперь, зацените, вообще не умотаешь от него, он вообще какой-то реактивный просто. Да я вообще, да срака, чё, как тут, тут вообще невозможно уже от него сматываться. У него скорость какая-то охеревающая. Блин, надеюсь, неверный, мне еще, нифига себе, мне 5 человек надо найти, я вообще, я только одного вон вижу. Офигеть. А, вон, вижу, вижу. Еще ж попробуй найди, они попрятались так, ублюдки, да? Неверные, ссаные, а? Кроме того, что и так сложно еще уматывать от этой фиговины, так еще попробуешь найти этих придурков. Так, матываем. Так, еще троих. Ага, вон, блин, ну он одного даже нашел, но попробуешь его сейчас забери, да? Я сейчас пока вернусь, я уже забуду, где он там был. Ага, вот. А, еще и время выходит, вообще охерели, ребят, нифига себе. Я еще забыл, что тут еще и на время, да, то есть кроме того, что и так как бы нифига нет, так они еще и на время поставили. Да, ну его в баню, короче, да, это слишком какая-то тяжелая игра. Но вообще прикольненько, мне понравилось похищать, да, прикольно задумали, вроде бы ничего необычного, но в то же время достаточно забавно, как бы вот, да. Ладно, давайте мы, пожалуй, на этом, ребятки, закончим. Похищайте неверных, ставьте над ними опыты. А Яктулху, братья, давайте там. А Яктулху, не косячьте.